Всем привет, сегодня Саня 69 Full, это прохождение игры Manhunt 2. В прошлый раз мы остановились вот на этом месте. На этом месте. Тут еще мужик тут валяется. Мертвый. Пистолетом комбо труднее сделать. Так, берем у них пекли. Вот так вот их надо бошки сносить. Суки, получите у меня. Нет, мы тупим конкретно. Так. Это прикольное оружие, просто башку сносить, ну, первого патрона. Ну, если попадать там в ту фигню. Теперь бы у него бутылочку со жрачкой найти. Что ли? А, надо труп туда положить. На конвейер, типа. Сейчас с ним сделают пачку, сделают. Пачечка. Это не как в Call of Cthulhu, короче, такая, есть такой момент. Там тоже такая дорожка есть там в одном заводе. Типа, когда вы по ней пойдете, она как бы начнет это двигаться, там кто-то ее поставит, там будет там, не знаю, можно, может вас разрубить там на мелкое мясо, там такое будет просто. Так. Даже не знаю, куда мне сейчас идти, блять, я уже забыл. Похуй, попытка не пытка. Как говорится. Так, сделать бы с пистолетом комбо, так и давно этого жду. Или чтобы меня комбо не убили, на. На хп прям очень до хрена. Что я взял? Ну. Он нам стреляет каким-то хуйней какой-то к этим пистолетом, который как он называется, о, ХП, этот как его осветительный. Блять, я все патроны потратил. Хуя у меня патронов.
Ой, блядь, он поджег эту хуйню. Вот в чем шняга-то. Так. У него есть осветительный пистолет, который можно делать вот так. Хорошо посветил. Блять, нахуй мне мужик, блять. Я в пизду, а? Нахуй мне осветительный пистолет. Пизду вас, народ. Сейчас, сука, собью, где ты нахуй? Я уже не понял, что тут надо делать, нахуй. Съебываться от вертолета, наверное. Все-таки. Как видите, мы уже играем не тем. Давно уже поняли, небось. Мужиком. Ну, типа на молодости. Вот в чем шняга. Так, теперь тут есть баночка. Тут мы ползем как крысы. По этому... системе охлаждения, или как она нахуй называется. В душе не знаю. О, сейчас пробуем комбо-килл сделать. Будет прикольно, если получится. Получилось. Я там народу. Нихуево. Так, нам второму башку снесли. Третьему. Бошки стоит на раз вообще. Хуя мне столько патронов, я в душе не ебу. Может, блядь, не понял, куда мне нахуй идти надо. Просто упасть надо. Так. Наверное, сюда все-таки. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес. До встречи.